Ура! 2 часа работы подошли к концу. Осталось только его красиво презентовать остальным. Эй, коннектор! Пока ты там возишься со своей безделушкой, я уже на 4-м этаже! Да-да, удачи там не сорваться. Выглядит круто, Кон. Спасибо. Погоди, как ты меня назвал сейчас? Тебе не нравится? Давай просто коннектор, окей? Хорошо. Ребяточки, я закончил постер и готов представить его вам. Вау, давай. Погоди, Хорс, у нас тут соревнования. Какое еще соревнование? Как мы поняли, летать мы не можем. А как сказал аватар, пропами себя поднимать нельзя. Вот ребята и решили поспорить, кто быстрее залезет на крышу. Давайте я вам быстро покажу постеры, и вы продолжите, хорошо? Да ё-моё, показывай свой постер. Неон, слезай! Чё? Слезай, говорю, пошли смотреть на постер Хорса. Да ё-моё, ладно, сейчас. Показывай. Итак, друзья, вашему вниманию представляется картина под названием «Сотворение игрока». Ну и как вам? Погоди, это все? Да. Сколько ты тут пропадал? Час? Два? Это правда все, что ты сделал? Тебе не нравится? Честно? Нет. Ну а сам-то ты лучше бы сделал! Мне не нужно уметь что-то делать, чтобы оценивать. Но ты же не знаешь всех тонкостей. Как ты можешь вообще дать объективную оценку? Тогда зачем ты звал нас? Ты хотел, чтобы мы тебя по голове погладили? Ну и тогда любая наша оценка будет необъективной. Я хотел, чтобы вы оценили мои старания, ясно? Я и оценил. Я говорю только то, что думаю. А теперь, с твоего позволения, я пойду заниматься своими делами. Ну, мне понравилось решение с баночками, но постер правда лучше доделать, потенциал у него есть. Вообще, я более солидарен с коннектором. Это слишком просто. Не он! Если коннектор хоть что-то умеет, то ты вообще бездельник! Обижаешь, старина. Я так-то великий создатель постеров. Да? Что-то мало верится в это. Давай устроим турнир. Ты доделаешь свой постер, а я сделаю свой. А потом позовем всех на оценку. Хочешь проиграть? Что ж, не буду противиться, я согласен. Шет, сгоняй коннектору и скажи, что я позже подойду. Так как наметилось новое пари. Хорошо. Ну что, начнем? Grew up alone on the coast, yeah. Had a few friends that were close, yeah. We would cruise to Newport for the show, yeah. Long tan legs, oh, you know it. We are damn crime. Most guys would need to retreat. And итак, вашему вниманию представляется обновленный вариант постера сотворения игрока. Вау, вот это уже красиво. Да, стало лучше, определенно. Что ж, очень рад, что вам понравилось. Но давайте взглянем на постер Неона. Вашему вниманию представляется лучшая картина за всю историю. Таких красот вы еще не видели. Приготовьтесь увидеть картину под названием «Сила реки». Погоди, погоди, ты это серьезно? Пускай судьи решат. Хорошо, Неон. Будет по-твоему. Ну что, готов проиграть? Всегда готов, Хорс. Итак, мы единогласно проголосовали за постер Неона. Ха! Я же говорил... Погодите, чего?
Постер Неона нам показался очень смешным. Но ведь... Ну стойте, он же даже не старался! Слушай, я не знаю, кто там и как старался, однако больше эмоций у меня вызвал постер Неона. Он правда очень смешной. А ты, Шет, ты думаешь так же? Ну, твой очень крутой. Ты правда очень талантливый, но... Постер Неона правда очень забавный. Вот так всегда. Только не расстраивайся, хорошо? Да как тут не расстраиваться? Делаешь крутой постер, стараешься, никто не оценивает, делаешь фигню, все рады! Эй, Хорс, а может ты сможешь отыграться в гонках на ховербордах? Гонки на ховербордах? Ага. Ну, попробовать можно. Ну что, готовы? Всегда готов. Я тоже готов. Как ты? Я просто мастер в трюках на ховербордах, дедуль. Эй, ты куда? Отстань от меня! Не понимаю я, дело во мне или все просто сговорились против меня? Что вы на меня уставились? Эй, ты чего тут? Ничего. Просто сижу. Ты обиделся на нас? А что? Ну, я просто хотел сказать, что тебе не стоит так эмоционально реагировать на поражение. А как на них не реагировать, а? Я понимаю, еще в гонке я проиграл, но... В постерах? Я же этим так давно занимаюсь. Послушай, Хорс, я хочу кое-что донести до тебя. Никто даже на минуту не сомневался в том, что ты крутой постермейкер. Но проголосовали вы за Неона. Послушай, постер Неона выглядел таким смешным, что я не мог за него не проголосовать. Да даже ты искренне смеялся над его постером. И что с того? Мне теперь делать постеры за 5 минут? Нет, просто... У каждого творца бывают слабые работы. Это нормально, как я думаю. Просто важно, чтобы в твоих работах был не только крутой навык, но также эмоциональная составляющая. Твой постер крутой, но как будто в нем не было задумки, понимаешь? Кажется, я тебя понял. Может, устроить реванш по битве постеров? Думаешь, у меня получится? Я в этом уверен. Эй, Неон, как насчет второго раунда по битве постеров? Я всегда за. Итак, вашему вниманию представляется второй мой лучший постер за всю историю. И имя ему... Умиротворение. Ну как? Ну, он не поменялся с первого раунда. Да, он кажется уже не таким уморительным. Блин, ну ладно. Хорс, давай теперь твой. Вашему вниманию представляется постер под названием «Великая гонка». О, это же я! Что ж, это действительно неплохо. Мне нравится. Да, Неон сделал тогда крутейший трюк. Я думаю, так ясно, что победил Хорс. Да, я полностью согласен. Что ж, спасибо, ребят. Я правда старался.
Молодец, Хорс. Крутой постер. Спасибо. Но я хочу выиграть коннектор в нашем споре. Я уж думал, ты проиграл без боя, малой. Пошли, пошли. Сейчас мы узнаем, кто проиграет. Приветствую испытуемых. Здравствуйте. Как проходят ваши дела? Нормально. Это хорошо, потому что у меня для вас небольшая новость. Какая? Постарайтесь не убивать друг друга. Например, так? А почему нам не стоит убивать друг друга? Просто после смерти организм одного из вас очень странно отреагировал. Вот я и решил узнать, все ли в порядке. А почему нас об этом раньше не предупредили? Все было в контракте, испытуемый. Просто постарайтесь особо не увлекаться убийством товарищей. На всякий случай. Это странно. Ладно, я вас покидаю. До свидания. Ладно, народ, это было непонятно. Я бы даже сказал неестественно. Согласен. У меня в голове не укладывается. Что за контракт? Я вообще даже близко ничего такого не помню. Согласен. А вдруг нас тут держат? В каком смысле? Но вдруг это что-то вроде тюрьмы? Звучит странно, но что мы тут вообще делаем? Я не знаю. Ребят, я тут кое-что вспомнил. Кажется, это все... О чем я говорил? Ты вроде хотел побыть судьей в нашем соревновании с коннектором. А, точно! Пошли, буду показывать, как правильно забраться на здание.